Перед началом ролика хотел бы вам порекомендовать группу ВКонтакте по ролевым играм из мира Red Dead Redemption 2. Если вы в курсе, что такое РП, или, проще говоря, игра по ролям, и заинтересованы в этом, то можете вступить в группу RDR2 Roleplay, где сможете РПшить и общаться. Вас ждут ограбления, разборки, разные интересные сюжеты и многое другое. Администрация отзывчивая и дружелюбная. Ссылка будет в описании. Знаете, есть одна вещь, которую я люблю в Red Dead Redemption 2, и это пасхалки, разбросанные по всему открытому миру. Многие уже знают, что в игре можно найти гигантские останки в горах неизвестного существа, и многие предположили, что это скелет Бигфута. Помимо этого, практически никто не знает, что в игре можно поговорить и познакомиться с самым настоящим гигантом. Если вы будете следовать этому гайду, то так же, как и я, сможете разблокировать секретный диалог главного героя с гигантским человеком. К сожалению, вы не сможете увидеть его, но потому что он говорит, можно сделать вывод, что вы общаетесь с гигантом. Чтобы его найти, нужно изучить как минимум 30 животных в игре. Поэтому, если вы еще этого не сделали, срочно отправляйтесь изучать животных в игровом мире Red Dead Redemption 2. После того, как изучите 30 животных, отправляйтесь в восточную часть индейской резервации в Апити и южную часть ущелья. Если все сделаете правильно, то увидите на берегу взлетающую стаю птиц. Кстати, у меня эти птицы появились не сразу, поэтому мне пришлось разбить лагерь и переночевать за бывшим пристанищем индейцев. В общем, как только вы заметили летящих птиц, следуйте за ними, пока не достигнете скалистой горы. Важно не потерять птиц из виду и следовать за ними. Для удобства можно заранее сделать метки на карте и проложить себе маршрут. Расстояние на самом деле не такое уж и большое, и преодолевать его можно за несколько минут, самое главное не торопиться. Пока мы с вами в пути, не забудьте поставить лайк, чтобы поддержать меня, ну и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали и находитесь здесь впервые. Именно ваша поддержка заставляет меня делать ролики каждый день. Скажу заранее, что увидеть самого гиганта, к сожалению, не получится, так как открывается только секретный диалог. Вполне возможно, что можно разблокировать секретную миссию, но необходимы какие-то действия. Но об этом чуточку позже. Если вы все сделали правильно, то птицы приведут вас в загадочной пещере, заблокированную огромными камнями. Сразу после того, как вы окажетесь перед заблокированной пещерой, вы услышите таинственный голос. Поговорите с ним, и он расскажет о себе. Именно из этого диалога и можно сделать вывод, что это гигантский человек. Повторюсь еще раз, на зарубежных форумах многие считают, что это йети, но на самом деле это не так. Такой вывод можно сделать по голосу, который является человеческим и уж точно не похож на голос Бигфута. Hi. What's your name? John. John Marston, usually. Who are you? Well, I'm not telling you that. I like to be anonymous. I like to blend in. That's a joke. I'm well known for my humor, you see. Как только вы закончите этот разговор, гигант замолчит и больше разговаривать с вами не будет. При этом никаких подсказок вам не даст, что нужно делать дальше. Сейчас необходимо разбить лагерь и подождать 3 дня. Лучше всего, конечно же, поспать, но главный герой наотрез отказывается спать 3 суток, поэтому придется немного попутешествовать, чтобы поспать еще. Как только пройдет 3 дня, вам необходимо вернуться в это же место, и гигант снова поговорит с вами, рассказав вам еще несколько интересных вещей. Hello there, friend. How are you? Don't be afraid. People think I'm a monster, but I'm not. It's John, isn't it? Yeah. Are you well? Yes. How are you? Happy and lonely, like everyone. Sure.
Is it as bad as they say out there? As who says? As the animals. Yeah. I thought so. Anyway, be well. После этого гигант на связь с вами не выходит, и действий больше никаких не происходит. Я приезжал сюда и через 4 дня, и даже через 5, но в ответ тишина. Здесь, естественно, появляются вопросы, а можно ли как-то выйти с ним на связь или активировать секретную миссию. Ну не верю я, что Рокки остановились бы на этом, не сделав продолжение. Думаю, что секрет какой-то должен быть. Подводя итог, хотелось бы всем сказать спасибо за вашу поддержку на канале, без вас прям никуда. Именно благодаря вам я продолжаю делать ролики практически каждый день. Не забывайте поставить лайк, чтобы поддержать меня, ну и подписаться на канал, если вы здесь впервые. На этом пока что все. Увидимся в новых роликах. Всем до новых встреч, пока-пока.